Доброе утро, Дин. Доброе утро. Я вижу не один, а шесть препаратов. Какое-то различие есть между ними? Да, конечно, есть там различия. Вот у нас все септилиаты как бы делятся так в две группы, да. Есть одна группа, которая действует как бы когда есть первые симптомы, там такое першение, да, чищение в горле, да. Тогда вот поможет вот эти септилиаты, да. А когда есть уже боль в горле, тогда уже септилиаты плюс. Это с двойным действием, то есть как антисептический, анестезический эффект. Анестезирующий эффект. Анестезирующий эффект, да, А, то есть правильно. снимает боль. Снимает боль. Но если 3 дня вы пользуетесь ими и не помогает, тогда уже надо ходить к врачу, и там уже, ну, наверное, есть что-то серьезнее. А, то есть этот препарат, ведь он же безрецептурный, его можно Безрецептурный, да. использовать и до визита к врачу. Да, ну обычно, когда мы чувствуем что-то не в порядке, мы начинаем сами исцеливать себя. Сначала, может быть, там чай не помогает, тогда уже что-то сильнее, вот как септолета. И потом уже, если ну, совсем не помогает, тогда уже к врачу и уже там другие медикаменты. В каких дозах нужно принимать? Вот если дети от 4 лет, то есть 4 таблетки в день, через каждые там 2-3 часа. А если уже там с 12 лет, то уже там 6 до 8 таблеток в день надо просасывать. А если уже боль в горле? А боль тогда уже тоже там 6-8 таблеток там через каждые 2 часа. Септилеты плюс со 6 лет, а септилеты эти, как мы говорим, классические, это с 4 лет. Совсем маленьким детям не рекомендуется, потому что маленькие дети не умеют сосать, они сразу проглашают. Глотают, А здесь глотают. надо просасывать. Этот эффект есть, когда ты просасываешь. Беременные женщины могут применять септолеты. Знаете, вот тоже, как я сказал, ну, проведены опыты, и как бы ну, не были намечены никакие такие, ну, плохое воздействие на беременных женщин, но всегда рекомендуется на все лекарства перед употреблением консультироваться с врачом, семейным врачом. Побочных действий у препарата септолеты нет. Ну, таких, которые бы показались, ну, на опытах нет, но все люди разные, всегда может быть у кого-то есть какое-то, может быть, аллергия против какое-то вещество, или вот как у нас есть, вот есть септилеты, которые не содержат сахар, есть которые вот ну, содержат сахар, то есть тоже ну, надо выбрать то, что вам подходит и нужен. Значит, диабетики тоже могут применять септолеты, просто выбрать тот препарат, который Да. без сахара. Да, вот эти есть без сахара, не содержат сахар, то есть диабетики может выбрать из этих септолет. Тогда давайте резюмируем. Да. Есть шесть видов препарата септолета. Они разделяются на две группы. Более сильные септолеты плюс Угу. и менее сильные Да. остальные виды септолета. Среди них есть препараты с сахаром и без сахара. Да, Те, которые совершенно без верно. сахара, могут использовать и даже больные диабетом. Да. Септолета не противопоказано детям с определенного возраста, когда они умеют уже С 4 лет, да. сосать эту таблетку. И никаких противопоказаний нет для применения беременными женщинами. Более слабая группа применяется при начальных этапах, в начальном этапе Да. заболевания, а септолеты плюс тогда, когда уже появляется боль в горле. Вот совершенно верно, мы все уже усвоили. Вы мне все прекрасно рассказали. Ну что ж, тогда можем смело рекомендовать этот препарат нашим зрителям. Спасибо вам большое. Спасибо вам.